он стоит там порядка 600 рублей. То есть у вас более, скажем так, приемлемая цена для того, чтобы можно было конкурировать, я так понимаю, на нашей территории. Если ситуация будет складываться по-другому, то очень тяжело, конечно. Ну, тарифный план – вещь такая, которую корректировать можно, и мы будем стараться это делать, в том числе добавляя какие-нибудь, может быть, доп-сервисы, которых нет. Да, это там всякие вещи, связанные с антивирусными программами, которые наш абонент ШПД может получать абсолютно легальный антивирус. Ну, почему я об этом сказал, уважаемые коллеги? Потому что в любом случае качество и цена должна быть сегодня приоритетом для нашего жителя. И поэтому, если это позволит снизить цену трафика, да, я думаю, что это большой прорыв на нашей территории. Это очень, очень хорошая, в общем-то, на сегодняшний день была бы, в общем-то, конкуренция и на нашей территории, которая позволила бы снизить стоимость.